Дорогие друзья, мы начинаем онлайн-трансляцию с Марса! За 59 миллионов километров от нас это самый длинный телемост в истории телевидения! Вы представляете себе, что произошло? Мы даже не знаем, сколько ему жить осталось. На фоне изоляции, сенсорного голода, возможно, появление галлюцинаций. Это телевидение, голубчик. Ради спасения космонавта я делаю все, что могу, а вы? Нужна идея, как его спасти. И пусть самое бредовое и с галлюцинациями. Зафиксировано движение. Объект не установлен. Как психологу экспедиции мне важно знать о твоем состоянии. Пожалуйста, поговори со мной. Ты боишься, что я сойду с ума? Где мой старик, там победа. Я тебя вытащу. Господа, я представляю вам человека, выброшенного на край Вселенной! Единственная возможность защититься от этой правды – это уничтожить тебя.